Всем привет! Сегодня поговорим о Каире. Ехали мы из Хургады, отель «Цитадель». Ну и самое главное, цена поездки. В 2021 году, в марте, ммы заплатили $70. Брали мы путевку у представителя Annex Tour. Мост, который соединяет, это та район, куда мы едем, кстати, слева. Этот мост открыли вчера, кстати, по которой мы едем сейчас. Правда? Вчера по телевизору, да. Посмотрите теперь направо, вы видите мечеть Мухаммада Алия, внутри крепость Саладина. Сама... Видно, да? Да. Скажу вам так, что Каир – это разношерстный город. Есть хорошие районы, фешемебельные, а есть такие грязные. Сначала нас повезли в два храма. Мы там провели около 2 часов. Показали нам старое рукописание с тех еще давних времен. На данный момент в Каире проживает 25 миллионов людей. Так мы ездили по городу около 2 часов, а потом, наконец-то, нас повезли на пирамиды. Вот оно, одно из всех сохранившихся 7 чудес света. Насколько они могущественные. Я думаю, что каждому из нас стоит посетить эту невероятную божественную красоту. Как всегда, готовьтесь к надоедливым арабам, которые лезут в лицо и просят что-то купить. Но все равно, пирамиды – это самая крутая вещь. Я вам советую туда поехать, увидеть, потому что это история. И те впечатления останутся у вас на всю жизнь.